Привет! Вы на одном из лучших технических каналов, канале компании «АвтоСтронг». Посмотрите, какие красавцы ждут отправки в ваш регион, а именно к вам, к нашим клиентам. И помните, что в «АвтоСтронге» 100 тысяч качественных запчастей, которые находятся на наших складах в Минске, Москве и Питере. Ждете «Биты крашен»? Мы тоже ждем. Осталось совсем чуть-чуть, машина готова. А пока встречайте популярный запрос в наших комментариях. 1.4 HDI. Турбодизель объемом 1.4 HDI разработан концерном PSA и компанией Force. С 2001 года по 2009 он устанавливался на большое число компактных автомобилей, таких марок как Citroën, Peugeot, Mazda, Ford, а также Suzuki и Toyota. Данный мотор является близким родственником двигателя 1.6 HDI, но отличие есть. Здесь оригинальный блок и поршневая, то есть есть отличие по диаметрам цилиндров и ходам поршней. Здесь алюминиевый блок с помещенными в него чугунными гильзами. Подавляющее большинство версий этого двигателя было выпущено с 8-клапанной ГБЦ, но на автомобилях Citroën C3 и Suzuki Liana встречаются двигатели 16-клапанной ГБЦ, которые развивают 90 лошадиных сил, имеют топливную систему Denso и турбину с изменяемой геометрией и интеркулером. Мы же разбираем самую популярную 8-клапанную версию этого мотора, которая развивает от 68 до 75 лошадиных сил с турбиной BorgWarner с перепускным клапаном, и данный мотор не имеет интеркулера. Также добавим, что с 2005 года выпускалась дефорсированная версия этого двигателя в 54 лошадиных сил, которая устанавливалась на тройняшке Toyota iGo, Citroen C1 и Peugeot 107. Ну а мы разбираем мотор с Peugeot 2004 года с пробегом 225 тысяч километров. В целом двигатель надежный, но есть нюансы, о которых мы будем рассказывать. Генератор здесь часто выходит из строя, и снимать его надо непосредственно с машины. Крепится он четырьмя болтами. Два болта спереди, которые легко доступны и выкручиваются, и задние, которые труднодоступны, потому что здесь проходит выпускной коллектор. Так вот, задние болты надо просто отжать, и генератор выходит легко наискосок. И задние болты просто остаются на кронштейнах. Двухмассовый маховик этому мотору не положен, но шкив коленвала здесь демпферный, то есть далеко не вечный и требует замены после разрушения резинового демпфера. Большинство двигателей 1.4 HDI оснащены турбинами BorgWarner KP-35. В данном случае мы видим логотип KKK. KKK принадлежит BorgWarner, поэтому здесь ошибки нету. Турбина простая, саморегулирующаяся. От компрессора к актуатору идет патрубок. Когда в компрессоре возникает избыточное давление, это избыточное давление давит на мембрану актуатора, двигает шток, и шток открывает перепускной клапан. Турбина дует от 0,5 до 1 бара. Она надежная, хотя и требует замены либо переборки к 200 тысячам километров. А рядом у нас лежит турбина с мотора Renault Nissan 1.5 DCI, тот же BorgWarner, тот же KP-35. Но, как и во всем турбомире, конструкция отличается, то есть разные фланцы, выходы патрубков и так далее. А вот это японская турбина Ishiharajima Heavy Industries с мотора 1.4 HDI, 90 лошадиных сил, 16 клапанов с изменяемой геометрией. Две турбины со склада у нас в идеальном состоянии, а наш экземпляр умер, истек маслом и у него заклинило вал, поэтому мы его сразу выкидываем. Очень интересно посмотреть, в каком состоянии мотор. Не переключайтесь. Зубчатый ремень ГРМ про замене и специального инструмента для этого не требует. Регламент замены от 180 до 240 тысяч километров в легких и тяжелых условиях соответственно, либо же раз в 10 лет. Смотрите, как все просто. Три шкива мы выставляем в определенное положение, фиксируем через специальное отверстие штифтами, снимаем старый ремень и просто ставим новый.
Вот такой серьезный топливный фильтр предусмотрен на моторе 1.4 TDCi HDI, да и на многих французских моторах. Здесь предусмотрено дренажное отверстие для слития конденсата каждые 10 тысяч километров. Но не стоит сливать его слишком долго, потому что можно слить всю солярку из фильтра. При установке нового топливного фильтра его обязательно надо прокачать соляркой. С топливной системой Bosch, оборудованной грушей подкачки, это сделать проще. Пластиковая клапанная крышка оборудована мембраной клапанной системы вентиляции картерных газов. Бывает, что она рвется, и двигатель тогда на это реагирует очень категорично. Картерные газы и пары масла попадают во впускной тракт, и тогда начинается масложор. Как таковое масло нигде не сгорает, оно оседает и начинает медленно разъедать впускные патрубки, потом сочится по их уплотнениям. И бывает, что именно из-за этого масла потеет турбина. Для решения этой проблемы надо поменять пластиковую клапанную крышку в сборе с мембраной. Распредвал в этом двигателе крепится в алюминиевой постели, которая является верхней частью головки. Ну и по состоянию распредвал и его кулачки в отличном состоянии. Огонек! Привод клапанов классический, с роликовыми рычагами и гидрокомпенсаторами. Топливная система на этом моторе может быть Bosch либо Siemens. На данном моторе у нас топливная система Bosch, и она оборудована грушей подкачки, которую мы вам показывали раньше. Топливная система Siemens не оборудована грушей подкачки, потому что подкачивающий насос шиберного типа встроен непосредственно в ТНВД. Топливная система Siemens может прийти в негодность из-за завоздушивания при езде на малом количестве топлива, либо неправильной замене топливного фильтра. В принципе, подкачка не сломается, но потребуется вмешательство и нередко замена клапана низкого давления топлива. Топливная система Siemens надежная, и на некачественной солярке она может пройти 300 тысяч километров. Но надо помнить, что форсунки на топливной системе Siemens пьезоэлектрические, и их ремонтопригодность оставляет желать лучшего. ТНВД Bosch EDC-16 не боится завоздушивания. Форсунки Bosch тоже весьма надежны. Единственное, что в ТНВД Bosch может выйти из строя – клапан, регулирующий давление. Он может засориться бумажными ворсинками из-за того, что вы используете некачественный фильтр. Также добавим, что с возрастом и пробегом перетираются многочисленные пластиковые шланги, что приводит к завоздушиванию, чего дизель очень не любит. К нашему большому удовольствию форсунки у нас снимаются очень легко. Обратите внимание на медные шайбы, которые надо обязательно менять каждые 60 тысяч километров. Иначе шайбы прогорают и двигатель начинает пшикать газами под форсунки. Об этих пластиковых трубках мы уже рассказывали, разбирая мотор 1.6 HDI. Гениальное решение – пустить горячий антифриз по пластику. Поэтому неудивительно, что со временем они начинают течь антифризом по стыкам. Так как у нас мотор простенький на 68 лошадиных сил, то и клапан EGR у нас простенький с вакуумным приводом. На более поздних моторах электронный сервопривод, который вызывает больше хлопот. Хон у нас с завода, в цилиндрах все в порядке, но на поршнях очень много свежего и сгоревшего масла. Подозрение, что надула его туда турбина.
Нижняя часть блока является постелью коленвала. И сняв ее, мы сразу видим коренные вкладыши. И коренные вкладыши у нас в отличном, приличном состоянии. Поршни просто в огне. Мы не первый раз видим такое состояние поршней на моторах HDI. По состоянию шатунных вкладышей, по графитовому напылению и по подвижным кольцам мы видим, что мотор у нас как новый. Но вот это масло от турбины портит всю картину. Все шейки коленвала у нас без задиров и износа. Блок чистый, никаких масляных отложений. Также заметим, что двигатель 1.4 HDI сделан по-взрослому. Здесь даже нашлось место форсункам, которые охлаждают поршни. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали отличный мотор и рассказали о всех его нюансах и недостатках. К сожалению, его подвела турбина. Все запчасти у нас оказались в идеальном состоянии, и вы можете их приобрести в компании «АвтоСтронг». Если вы хотите знать о моторах все, обязательно подпишитесь на наш канал, заходите на наши соцсети, покупайте у нас только качественные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».